Специалисты на обработку вагона дезинфицирующим средством тратят около 3 минут. После протирают поручни, двери, ручки, сиденья. Все, до чего человек может дотронуться руками. Мамура Макумова обслуживает электрички 10 лет. Говорит, и раньше уделяли внимание порядку, а теперь работы прибавилось. Мобилизовали все силы. Каждый подвижной состав дезинфицируют несколько раз в сутки, обрабатывают салоны специальным раствором, рекомендованным Роспотребнадзором. Его закупили в больших количествах, чтобы хватило как минимум на месяц вперед. Очистка и дезинфекция с использованием такого средства особенно важна в периоды респираторно-вирусных заболеваний, ОРВИ, гриппа и, конечно, в качестве профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Очень важна, потому что в электричках ездят люди, очень много людей. Они могут каждый раз прикоснуться к диванам, ручкам. И это все надо предотвратить, чтобы не было такого. Поэтому дезинфекция идет, и мы протираем хлорным раствором, чтобы все это кончилось побыстрее. Пригородная пассажирская компания уменьшила количество электричек. Теперь они ходят по графику выходного дня в связи с постановлением президента о нерабочей неделе с 30 по 5 апреля. Пассажиропоток уменьшился на 50%, но все-таки остаются недобросовестные работодатели, которые не следуют постановлению президента. В связи с тем, что с понедельника по пятницу объявлена президентом Российской Федерации нерабочая неделя, Самарская пригородная пассажирская компания график подвижного состава выпустила по выходному дню. Но некоторые руководители предприятий, скорее всего, не вняли указа президента, поэтому в понедельник было большое количество людей, которые поехали на свою работу, а в связи с тем, что подвижной состав был в уменьшенном варианте, то было некоторое неудобство для пассажиров. Компания вынуждена добавить количество вагонов в те поезда, которые были воспользованы. А сызранское направление было добавлено в 2 поезда по 2 вагона. Напомним, всех недобросовестных работодателей будет проверять прокуратура Самарской области. По распоряжению губернатора региональный Минтруд открыл горячую линию для приема жалоб. Самарская же пригородная пассажирская компания на особый режим работы перешла еще 20 марта. Эти меры будут действовать до особого распоряжения руководства. Елена Малютина, Максим Гусев. События.